Высшая театральная премия Москвы вручается спектаклю «Рассказы семи повешенных». Театр под руководством Олега Табакова. Режиссер Миндау Каскарбаускас. Приз вручает Михаил Звонецкий. Я очень редко хожу в театр, в этом наша общая вина, и моя тоже, наверное. Я пойду на ваш спектакль, потому что я хочу это посмотреть. Сейчас, когда толпы людей рванули оттуда с криком «там думать надо», «там же думать надо». Что они такое делают, наши зрители, что они так ненавидят смысл? Что они такое делают, что они такое создают, что они так жаждут развлечений? Я поздравляю вас. И спасибо за ваше немногословие.